снова, как и всегда, загудели, завыли движки. Как всегда он кивнул головою, как всегда я ему тихо крикнул вдогонку: лети. И провел по крылу я рукою. Он вдруг завыл на прощанье, крутнулся, взревел, тягу выпустил в целую тонну. И так нехотя, будто сегодня лететь не хотел, покатился вперед по бетону. Я его, как всегда, проводил до конца, пока он вдруг из виду не скрылся. Были в тот день полеты такие же, как и всегда. Только миг мой назад не садился. Вот и время посадки давно уже в пыль отошло. И кричат цепу: ты не жди, его больше не будет. Но не верится мне, но не верится мне все равно в то, что больше его на стоянке никто не увидит. И не легче с того, что и летчик живой не погиб. Кто-то скажет: чего ж ты страдаешь, ведь это железо. Но душа почему-то все чаще и чаще болит. А с чего ж ей болеть, так ведь это же мне неизвестно. Новый миг мне дадут, заведутся, завою движки. И по плоскости нежно я ласково хлопну рукою, провожу до конца, тихо крикнув вдогонку: лети, лети. Только сердце мое навсегда остается с тобою. 33-й, запускайте. Выполняю. Лево на малом отлево. Хорошо, товарищ. Техника, я вижу. Запускаю. Хорошо, отпрутость. Понял. Набрал 600, установишься 550. Температура на двигателе 50. Масло есть, облома погасла, тройка. 15 секунд, 20. 150. 25 секунд, 30. 200. 30 секунд, 35. 250. Турбостарт. Понял. 35 секунд, 45. 300. 40 секунд, малогаз. 350. Малогаз, 40 секунд, отключить питание.